Это сено в общей массе 10 тонн сегодня отправляется в Мариупольский зоопарк и 1,5 тонны сухого корма в Донецкий. Ростовский зоопарк продолжает оказывать коллегам в Донбассе гуманитарную помощь. Сегодня Ростовский-на-Дону зоопарк выступил с инициативой отправить гуманитарный груз в Донецкий зоопарк и Мариупольский зоопарк. Эти грузы были собраны при поддержке Краснодарского сафари-парка, коллектива всего этого зоопарка в лице директора Марио Оливьевича. И на Донецкий зоопарк было приобретено 1,5 тонны сухого корма. Этот корм Донецкий зоопарк будет непосредственно отправлять Крымский парк «Тайган» Олег Алексеевич Зубков. Наш зоопарк и сам помогает зоопаркам ДНР и ЛНР и является центром сбора и распределения гумпомощи по всероссийской акции «Мы вместе». Посылки с кормами, лекарствами, стройматериалами, оборудованием и другим необходимым для содержания животных свозятся сюда. Здесь сортируются и отправляются в Донбасс по заявкам. За все время где-то мы отправили где-то уже в общей сложности и стройматериалы, и корма. Отправить где-то около 70-80 тонн груза туда. Ну и в дальнейшем будем оказывать содействие им, то, что им положено там, или будут просить там, будем оказывать содействие зоопаркам Донбасса. Активно содействуют отправки Народный фронт и МЧС. Дарья Гаркова, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.